Серега Еремеев регулирует Юпитер 4. Ищет, блядь. Не регулирует. Ты снимаешь, что ли? Да. Металлом Серегин стоит. Там ты зашумлал. И Москвич 412. Москвич 412, да. Ну-ка, давай. Называется Ваня поездит. Ну, Серега, нет, ты же завел его, Серега. Так я хули толку, что от своего что ты вел. Видишь, ничего нет. Он даже обороты не развил. Видишь? Серега, а? Видишь, ничего нет. Вижу. Исчезает почему-то. Может, право не работает. Я тоже не работает. Работал и завели. Сейчас все, Серега испортил. Серегу мосыгл вообще боятся. Не заводится ни хрена. Откручивай, откручивай. Да нихуя у него не ездит. Я сделаю, у него ездит. Он приедет, после него нихуя не ездит. Я бегал, вернулся, работал вообще. Серега, дай лодки погонять вон той. Блядь, у меня на ее уже знаешь, сколько хочется? А не, мне не купишь, мне поездить просто. Блядь, приехал со с мотором, поездил на лодке на твоей. У меня на ее столько хочется. Ты как на берег выносишь? На вот. Руках? Маленькую. Ты ее хули, двоем взяли. Вот. Вон главный, двоем за руку брали, я за морду только. Нахрена мне сюда везти лодку, блин? Мотор привез. До полденки сгонял и все. Понял?